на наступным тыдне. Плетки – страшная речь, якая может сгубить любого. Больше жестким может быть только безотказное кахание. Нот убийца. Они даже посылают анонимные письма следователям. Один человек погиб недалеко от их дома, и моего зятя обвиняют в убийстве. Наша репутация в ваших руках. Жахливые знаходки, таемное зникнение мужа узмацняют веру в тое, что в образ этой несчастной женщины только игра. Он ищет меня, потому что я видела труп. И я знаю, он меня найдет. В этом есть какая-то логика. А может, она действительно видела труп. В таком случае ее муж – убийца. Либо она убила своего мужа. Два забитых жебрака, далеко один от одного, звычайная для полицейских подея. И только детали выдают сувязь и тикавую загадку. Если один жил здесь, а другой приехал сюда умирать, мы могли бы представить, что они старые знакомые. Сериал «Мигре». По буднях вечером на Беларусь 3.